целях развития институтов гражданского общества, обеспечения прозрачности и транспарентности неправительственных организаций функционирует онлайн-платформа «База данных НПО». Это открытый информационный ресурс по неправительственным организациям Казахстана с подробной информацией об их деятельности и реализуемых проектах. Также она обеспечивает прозрачность деятельности НПО, создает условия для анализа динамики развития неправительственного сектора в Казахстане и рынка социальных услуг НПО. Зарегистрироваться в базе данных очень легко. При наличии электронной цифровой подписи это делается в один клик. Зарегистрированные пользователи портала могут участвовать в конкурсах на соискание государственного социального заказа. Не менее важная особенность системы – это возможность без бумажной волокиты и беготни по кабинетам удаленно предоставлять сведения о деятельности НПО на бумажном или электронном носителе в уполномоченный орган, которым является Министерство общественного развития Республики Казахстан. Сведения в базу данных неправительственных организаций должны предоставляться ежегодно до 31 марта. База данных неправительственных организаций. Удобно, эффективно, прозрачно.